Герои нашего времени, медики, 21 июня отметят свой профессиональный праздник. Многие, как всегда, на рабочем месте. А сегодня в режиме онлайн представители отрасли получили заслуженные награды. Это лучшее в мире призвание – охранять нашу трудную жизнь. Врачи республики, как и по всей стране, сейчас на передовой. С риском для собственного здоровья они продолжают борьбу с пандемией. Нагрузка на специалистов увеличилась в разы, но медицинские работники достойно несут миссию. В режиме видеоконференции состоялось чествование лучших работников системы здравоохранения республики. За неустанную борьбу за здоровье труженики тыла получили заслуженные награды. Почетное звание «Заслуженный врач Чувашской республики» присвоено Капитоновой Надежде Валентиновне, врачу-анестезиологу-реаниматологу, заведующей отделением анестезиологии и реанимации городской детской больницы номер 2 Минздрава Чувашии. Искренне, от души поздравляю всех вас с вашим профессиональным праздником. Несомненно, люди в белых халатах всегда вызывали во все времена только положительные эмоции. Работники здравоохранения очень здорово, самоотверженно справляются, помогают людям в тяжелых ситуациях. И за это вам огромное сердечное спасибо. Этот профессиональный праздник объединяет врачей, медицинских сестер, санитаров, акушерок. Всех тех, кто ежедневно спасает человеческие жизни. Пандемия коронавируса еще раз показала, какое важное место в обществе занимает система здравоохранения. Именно благодаря доступности медицинской помощи, высокой квалификации и, разумеется, моральных качеств врачей, республика смогла взять под контроль ситуацию с пандемией. Позвольте вам выразить слова глубокой благодарности за вашу самоотверженность, за самоотдачу, за ваше терпение и профессионализм, за ваш труд, который не знает ни выходных, ни праздников. Как подчеркнул Олег Алексеевич, действительно очень трудно каждый день делить боль с пациентами, с людьми, и при этом дарить им надежду и вселять оптимизм. Но именно это делает все, кто связал себя с медициной. Это заставляет каждого, кто носит белый халат, чувствовать огромную ответственность за результат своего труда. Лечить и спасать людей, не жалея себя самоотверженно, профессионально могут только те, для кого эта профессия – призвание. Сказать спасибо врачам в режиме видеосвязи смогли и пациенты. Минздрав республики запустил специальную акцию. Большое спасибо, что у нас так они ухаживают за нами, больными, рискуют своей жизни. Наступающим праздником! Я, конечно, боюсь за свою мамочку, потому что она может заболеть. Мама говорит, что так нужно. Я молюсь за нее каждый день. От лица всех пациентов, ветеранов боевых действий, хочется вас поздравить, обнять, поцеловать и сказать самые добрые слова. Огромное вам спасибо. Я дарю вам этот букет. С днем медика!